Харьков 10-е, Харьков 11 апреля, 14 год, 10:28 по Киеву, Пушкинская. Памятник влюбленным. Дружба – это когда ваши взгляды совпадают, любовь – это когда после этого вы не можете их оторвать друг от друга. Успенский собор 1777-1844 год рождения, год смерти, что ли? Время постройки, скорее всего. Да, Олег? Да, там вышел из военкомата только что. А? Сказали, что в воскресенье я убываю на место службы. Да, Черниговская область. Черниговская, вроде сказали. Ну, скорее всего, до выборов. Как минимум, то есть, до выборов. Как минимум до выборов. Ну, вообще-то мне сказали, что это Десна. Скорее всего, там с кормежкой проблем будет меньше всего. Покровский собор, 1689 год. Автор неведомый. Хорошие дела, как так автор неведомый? Шо, Олег, шо? Благовещенский собор. Десна. Это учебка такая легендарная. Еще при Союзе легендарная. Да. Ну, насколько я помню, это устав. Ну, то есть уставная часть. А с чем сравнивать, Тюлек? Я побываю, расскажу. Бассейн с фонтаном, стеклянный струмень. В смысле, нормально. Ну, Уль, меня же не в первый раз в армию забирают, так что как бы... Ну, я еще не звонил сейчас. Ну, не то, чтоб сильно веселилось, конечно же. Я в воскресенье в 5 часов уже все тю-тю. Ну, решим. Сейчас как раз Егор звонил. С ним тоже, наверное, увидимся сегодня. Он еще не... Да, ну он еще не знает. Я сказал, что я иду в военкомат на памятник Шевченко. Первая фигура, мне сказали, это Наталья Ужви. Хорошо, Улюк, я тебе перезвоню тогда уже. Да я сразу прямо на камеру пишу, я сейчас возле этого. Возле памятника влюбленным, здесь же миниатюры эти. Красоты Харькова. Я их записываю как раз на видео. Житловый будинок, Майдан, Конституция. Ну давай, Улюк, я перезвоню, хорошо? Давай, целую, давай.
Газпром. Газпром. Слава тебе, Господи, Газпром. Будинок державної промисловості. Держпром. 28-й год. Так, ну, наверное, еще вот тут статуя, скульптура. Снимем уже прицепом. Коли уж по пути.